Ваши TikTok-ролики передам в УДИ. Вы занимаетесь шпионажем в пользу другого государства. Я, как порядочный гражданин, обязан заявить об угрозе моего государства. Вам смешно? Присоединяется к Леониду Андрей. А сама сесть в тюрьму не желаешь? Мы тут все напишем, что ты за Путина. И алло, поедешь к Брейвику, соседкой будешь. А мы все напишем СБУ, что ты работаешь на ФСБ. А мы напишем Спортлото. Этот вариант еще лучше. Так про это Высоцкий свои песни пел, а Владимир Семенович плохого не посоветует. Сукачей сажает следом же. Так было всегда и так будет. Готовь сухари. Разберутся, кто стука, а кто шпион. Ребят, я даже не знала, что у меня тут такие действия разворачиваются. А мы про тебя напишем Кадырову. В УДИ разберутся, кто кому напишет. А мы и УДИ Кадырову напишем. А еще Баширову и Петрову. Ой, я не могу, ну, юмористы. Что она такое нашпионила, даже интересно стало. Ребята, Леониды, есть еще Саиды, Рахимы. Вы же не единственные, кто мне все вот это вот пишет. Понимаете, вот порядочный гражданин обычно сразу, наверное, пишет туда, куда надо. А не сообщает сначала вот мне в данном случае, что он напишет, и меня куда-то там посадят. Понимаете, давно бы уже сделали, если бы вы очень этого хотели. Наверное, все-таки у вас, ну, я не знаю, может быть, с языком не все в порядке или еще что-то. Попросите кого-нибудь, вам переведут. И напишите в УДИ, в УНЕ, Королю, не знаю, там, Стултенбергу, наконец, уже, ну, сделайте что-нибудь. Ну, вот, у меня даже слов нет, честно говоря, но... Ну, здорово, вообще, молодцы. Спасибо за комментарии, за участие. И вообще всем спасибо, конечно, кто принимает участие в обсуждении. Главное, чтобы вы все это читали, мотали на ум. Так, ну все.